Всем привет! Мы сейчас приехали опять на Оджудере, рискнули поехать, потому что по прогнозу у нас стоит дождь. Но дождь должен быть уже как час, пока дождя нет. И светило солнышко до того момента, пока я не взяла камеру в руки. Светило солнышко. Единственное, небольшой ветерок есть. Ну, мы надеемся, что разок мы точно успеем искупаться. Потом вечером мы пойдем гулять по набережной с бабушкой. Сейчас нужно просто успеть искупаться хотя бы разочек, и все будет хорошо. У нас вот такое вот небо, смотрите. Ну, не ужасно, не черные облака, как были, например, вчера. Черные тучи. Дорого, что ж деревья попадали. Нет, точнее, веточки этого дерева. Да нет, это вот ветки, просто большие ветки посыпались. Просто зато будет чем. А, я не знала вот этого, что это. Это дерево реально, вот оно, дерево завалилось. Это старое. Офигеть. Да, это реально дерево. Ну это что-то вообще непонятно. Внутри пустое вообще, посмотрите. Ну волны на море очень-очень сильные сегодня. Сейчас вам покажу волны. Вот такое вот сегодня море. Бушующее. Волны на самом деле очень-очень большие. Такое вот море. После дождей опять повыносило грязи много. Фу, сколько грязи. Сидим мы тут в палатке, никому не мешаем, и вдруг пошел сильный дождь. Прям крупные капли. Посмотрите, ой, мама, тяжело. Посмотрите, какая туча над нами. Посмотрите, волны какие, что это такое? Вот мой дождик. Покажи волны. Да все тут показывают. Суцик дрожит, сидит в палате, вы это видели. Мне опять сейчас ногти переломают. Это Лика? Что ж такое? Ой, почти до нас дошло. Ну ничего, сейчас тучка эта пройдет и все. Ой, тучка большая. Посмотрите, волна какая идет. Она сейчас не смоет, да, палатку. Вы кирпичей наложите, уже наложите. Уже наложите. Печенье! Ну что, в итоге мы промокли. Пошел тропический дождь, вдруг неожиданно, резко. Мы все мокрые. Я даже купальник не переодела в купальнике. Опять зашли в лагерь. Спрятаться от дождя. Все мокрые, Милана в купальнике побежала вообще. Не переоделась. Здесь тоже крыша протекает, посмотрите. Жуть. Вдруг резко вообще ничего. Солнышко светило, было все классно. И как пошло? Как пошло. Всем доброе утро, точнее добрый день, потому что у нас уже 3 часа. Мы приехали опять на Оджудере. Я надела сегодня вот такую вот кофточку и взяла сумку сиреневую. Лиловую, чтобы подходила под мою кофту. Сейчас возьмем круги и спускаемся на Оджудере. Когда проезжали море, я обратила внимание, что море сегодня спокойное, но не супер чистое. Палатка у нас еще влажная, не высохла со вчерашнего дня. Я, кстати, решила объединить вчерашний и сегодняшний влог, потому что вчера на самом деле я наснимала не очень много и, ну, не видела смысла выкладывать трехминутные видео. Поэтому решила объединить вчера и сегодня. В общем, палатку нужно будет сушить сегодня. Вот как раз на солнышке постоит и посушится. А у нас сегодня идеально чистое небо, солнышко светит, очень-очень жарко, плюс 30, солнце прям пригревает. Вот такое вот сегодня море. Не знаю, слышно меня или нет, потому что дует ветер. Вода, конечно же, грязная, мутная, воняя. Поэтому придется отплывать вон туда, где примерно пойти. Потому что здесь плавать неприятно. Водичка прохладная. Ой, бывает потеплее. И посмотрите, какая мутная. Прям желтая. Фу. И, кстати, есть небольшие волны. Конечно, не такие, как были вчера. Но все-таки волны есть.
У меня вот такая вот колонка. Сегодня какой-то сильный ветер. Я боюсь, что меня будет не слышно на камеру. И через папин телефон сейчас включу музыку. Сегодня взяли вот такой вот круг с перьями. Слушайте, он тоже сдувается. А потому что кто-то попой своей лёг на него. Слушай, он никогда не сдувался. Конечно, потому что а теперь сдувается. Никто не ложится. Ну как это никто не ложится, если он... Ихтиандр. Ихтиандр. Увалился попой. В общем, я его сейчас буду опять надувать, накачивать. А вот он был наш надувной круг с перьями. Последний. А я смотрю, перья полетели. Птичку затрепали, что ли? Розово. Как жалко. Сидела, я никому не трогала. А он сделал так, бух, и перья полетели. Вот, смотрите, вот здесь вот по шву он разошелся. Как вообще так получилось, я не знаю. Причем я уже минут 5, наверное, на нем сидела, и нормально все. И вдруг он решил лопнуть. Что это вообще такое? Это мой любимый круг был, так и честно. Ну что, придется выкидывать. Перья мне, кстати, уже не нужны, потому что у меня целая куча перьев лежит. В общем, мне они не нужны. Печалька. Че, снимаешь? И тут Лику смыло волной. Что не сделаешь ради красивых фотографий? Посмотрите, какое красивое небо, какой красивый вообще закат. Ну а мы собираемся домой. Кстати, перья я все-таки решила забрать. Ну, я просто Плюшкина, я не могу их оставить. Поэтому круг я выкидываю, а перья я сложила в мешочек и все-таки их заберу. Но закат, правда, очень красивый. Мы сейчас решили позаказывать канцелярию в интернет-магазине и будем кушать шаурму. Конечно же, все, что я закажу в этом интернет-магазине, я вам покажу, когда это ко мне придет. Будет распаковка по ссылке. На ужин у нас шаурма, сок вишневый, и мы смотрим мелодраму. По Первому каналу очень-очень интересно. Обязательно посмотрите, кто еще не смотрел. Ну, а на этом мое видео подходит к концу. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока! Yeah.